Да, сейчас дам, сейчас подожди. Сейчас, секунду, подожди. Там это, не обижайтесь на меня, если я не пошел с вами. Ну просто нет желания. Да, блядь, ничего. Кто, скажет, обижаемся, мы знаем, кто кинул вас. Не, вчера прям желание было, а сегодня ты хочешь спросить. Арстава пошел на шумане. А, ну да. А сегодня захотелось кинуть пацанов. Гера есть у нас. Там пацаны не могут собраться, блядь, тоже. Не без Гавай вроде пошли. А Гавай на шашлыках же, ёпт. Короче, Левиафана убивать надо, тут Ринка под эту фигену на миле. Ринка, да! О, мне, да, вот мне как раз она нужна, это пиздец, как... Там метка сразу подбивается, блядь. Метка, так 1234, блядь, это вообще заходите, бомба. Заходите, это, там еще Крипперов о том, что... Она вроде как не открытого группа, что-то такое. Никак да, нет. Да. То есть зеркало открытого, а это нет. Типа вообще будет нормально. Бля, какой же маунт классный. Мне прям впервые понравился маунт. Какой, тигр? Да. Тупого круче. Сразу, кто где сидел, сразу садитесь на починку, там тут шидит. Саня, садитесь. Из на позиции. А, чё-то сесть. И еще к тех пассажиров осадных. Вы сверху подстреливайте, колчеда не сбивайте. Не, лой сбивает. Щит прожимайте, когда цветки бьют. Че, все, пуляйте. Босс осадный. Стреляют, стреляют босса. Осад. В 0-1 ебать. 0-1. Так. Дома. Сейчас 4 стака будет, я тебе буду запулить. Я тебе скажу, когда присаживаться. Ага. Бей. Щит прожми. Там цветочки, цветочки. Пошмаляйте по цветочку. Как? Ты его в огонь ведешь. Так, все, Лоя, давай, садись. Бля. У нас, походу, минус одна осадка. Оп. Костер сбивать еще некому. А может кто-нибудь ко мне сесть, если... Ну, у меня, в принципе, есть там. Еще не 30 кг. Прожмусь. Как? Ну, далеко был прям. Там, Лоя, когда будешь слазить, аккуратно, ты можешь заебать. Кайтим, кайтим, кайтим. Просто стаки не прежде. Каст, 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 каст. Ты гоняй, ума. Че, Лоя, добил, эти сам много осталось? Они хилятся, они какие-то багнутые. Да, блядь. Да, где ж ты тихоня уведёшь? Да, блин, мне тут зажало. Габелла, ебать. Я ж не видел, что сзади огнём что-то прикрыло. Они хилятся? Я их добил, и чё-то вот спрыгнул. Ты сможешь дойти? Сейчас найду тебя. Я вот стою, в треугольник, в треугольник. А ты можешь просто стоит? Вот, давай, 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 быстрее, быстрее. Запуль сразу, как что надо. Он. Все, все, просто измором берем. Саня, настакай быстро, быстро настакай. Измором. Главное, у него осталось там что-то. Саня, Саня, блядь.
Можешь или там все пиздец какой-то? Сам давай. Окей, я держу сейчас. Я сейчас умру просто. Мы на все бабки просто уезжаем. На все бабки. Он умер сам. Все, вот так босс уже убивает. Самая простая тактика. Да, есть у кого или я разберу? Разбирай. Легкие слабся тогда. И... Опа! Хило 3, не ебать, который у меня есть уже. Блядь, сука. Вот, каждый сам за себя стоит, кстати. Не берите ничего нового. Туфли спасителя, я могу выучить, если что. А, у нас даже металлка никому нахуй не нужна. Ну тури, бля, ну металлку нахуй. У нас дроп с хэма, ебать. Принял пароль, шея тоже пароль. Спасибо, Габен. Рецепт ушел, да? А рецепт где? Ну, что за рецепт? Да, у меня. Ага. А что за рецепт? Ткани, знаешь? Такие есть уже. Рецепт? Какой я не вижу, где рецепт? А, ну и такие есть, да. На, блять, поезд хочу, чтобы упал, нахуй. Идем сразу на робота. Если такой рец уже у всех изучен, могу себе выучить. Да проще продать его, не? Да, его проще продать. А, или так. Адский огонь Мимирона. Чё, синдикатик, проходим мы с тобой с Аляма здесь вдвоём, как ли вы? В скобочках нет. Убери только коня. Уже есть. Давай. Подожди, не пуляйте. Вы шмот с максимального итем левела обратно переденьте. Ну. Как скажешь. Кто будет панчить, так понял, Войт? Да. Войт, соло пусть потанчит. Ты подымаш. Ну, я сейчас в тентрайше еще в танке побуду. Все, давайте левую там пачку. Правую. Ну, по одной пачке. Ты же тут был уже, синдикат в хэме? Ты же понимаешь, что урон типа нестический урон? Тут урон. Нет, не был. Прикольно. Мы тебе сейчас расскажем. А кто чё? Помнит, как сделать там ивент, чтобы у меня берсерк не чарка показывалась, а мой берсерк табли? Хз. Ара, пойди, друзья. Там это, иди, ты со Слипом поговори, он вообще мозги ебал очень долго. По-моему, я знаю, как сделать, я вспомню. Сейчас она поединок, я помню, все сейчас сделаю. Берсерк. Получается, гей? Не, есть такой раньше. Бетя. Да, ну. Ну. Ну? Ну зачем так много? Они все равно все бегают почему-то с этой стороны. Нет, просто остальных он начал технику подбегать, его сразу начали в него кастовать, потом бусарились остальные.
Минус. Он заезжает, блин. Дайте поспать, ля, блядь, пустите. Ну что, рыбку ставьте, давайте. А кто у нас может рыбу поставить? Я могу поставить, только дайте мне. А, ну ладно. Сейчас, хорошо. А, лок, а у нас же сумма, но нету, чё, ебаный. Бля, го войда суммонить. Кто-нибудь один. Так, я должен что-нибудь об этом боссе знать? Ну, сейчас тебе Саня это скажет. Ты тут на это, перед боссом? Да-да. Есть у кого-то фласки на танка? А да, какие? Дубы есть. Ну, это, ну, 1300 хп, которые дают. И то мне на силу атаки только. Чего? Так, короче, смотри. Ситуация такого рода. Босс стоит между вот этими тремя метками, ближе туда, к лестнице. Милики, ну, его держат. Милики стоят в черепе, РДДшники в этом бромбе. Босс кидает две метки, одну темную, другую светлую. Темную надо просто вынести из рейда, светлую на второй фазе будем сносить к кресту. Что еще тебе нужно знать? Короче, сначала не бурстим. Ну, тебе там по ходовой все равно, как бы у тебя дамага толком нету, ты будешь его переводить, в принципе, я думаю. Ну, мы, наверное, его даже просить стопать, да, не будем там просто. Да, будете все время бить. А мы, наверное, стопнем, если хотим в хэме сделать, потому что, мне кажется, нам не хватит чуть-чуть. Ну, мы даже 2 хила. Нет, давай сначала попробуем, ну, не стопать, посмотрим. Просто, да? Да. Все будем бить. Ну, короче, кажется, смотри. До того, как мы его в хэм-мод переводим, как бы вот по меткам, то есть, ну, по сути, любая метка, ее надо просто отнести немножко от других этих персонажей. На второй фазе, когда мы его потом выходит сердце, короче, мы даем Геру, надо вот это сердце убить. Если мы сердце убиваем, то мы босса переводим в хэм-мод. А в хэме то же самое, то есть там также две метки будут кидаться. Темную надо также относить, только если на первой фазе с тебя не будет появляться лужа, то на второй фазе, когда он уже в хэме, будет появляться еще лужа. То есть тебе надо будет ее выкинуть как бы подальше от рейда и успеть вернуться еще, чтобы тебя хилы прохилили. А со светлой метки, после того, как она заканчивает тикать, выходит частица. Весь рейд должен в эту частицу свичнуть, ее как можно быстрее убить. Босс очень больно бьет, когда вот выходит частица со светлой метки, и он кастует такой, типа, топот у него или что-то такое, короче. Он вот так же, как сейчас, он кулаками бьет. По всем проходит, короче, 120% урона от твоего хп. То есть там всегда, ну, по-любому должен быть захил в тебя залететь. Может быть, там тебя, знаешь, попросят отдать гим, ну, отдашь. На хп. Ну и, в принципе, все. Все циклично. То есть также главное выносить метки, не проебываться, и все. Смотри, по меткам. Две метки, ну, белая и черная. Белая метка, короче, она тебя дамажит, и вокруг тебя в радиусе примерно 5-7 метров она ауешит эта метка. То есть тоже дамажит. Это белая метка. Черная метка, она не дамажит, она только когда вот, ну, она висит 10 секунд, и в конце только она типа взрывается. Радиус взрыва примерно 20 метров. Когда мы типа в хэм его переведем, босса, да, сердце убьем, ну, включится хэм-мод, отличие какое будет? Когда белая метка заканчивается, вылезает такая сферка, нужно в нее сразу же свичить. А черная метка, когда взрывается, она оставляет под собой лужу, то есть, ну, эту черную метку нужно далеко, ну, не то, что далеко, ну, короче, от рейда подальше относить,
взрывать ее и сразу выбегать, ну, лужу, чтобы там типа осталось. Типа вот и все. В принципе, все так, типа. Да, ставь. Да, тотем, ну, тотем, да. А, что еще, бафы, пристав, бафы. Бля, очень долго стоим, давайте уже пулять, ебаный стыд. Кто рыбу не поел, есть такие, поешьте. Фласки там сразу выпить. Фласки пропеть. Хпал, у тебя есть сакра? У нас сакра нету? Ну, красавчик. Есть. Там, тебе, когда заанонсят, сразу бабл массакру отдашь. Что, готово? Можно пулять? Брать, конечно. Жив, мораль, мораль. Босс переводится на 75. То 75 все. Вырезать сердце. Келения. А ты иди чуть дальше. Сейчас будет же босс. Готов. Хлопанай, может. Давай, хватает, все перевели. Сейчас ждем белую сверху, белую метку, с него вылазит сверка, мы ее свитчим сразу. Ну и как бы, думаю, прохиливаемся. Первый бомб будет вообще на изи прохили, потому что... Там еще справа-слева бомботы такие выходят, ну их, короче, раздажны. А мораль. Стой, там все. Сейчас 3, 2, 1. И сейчас бурж сразу в эту сферу. Искру. Искра жизни бурж. Так, это я. Я, пожалуйста. С меня искра вылазит сейчас. Массакра бабл. И это, сразу искру. Я гим нажму, ебать, еще на бабу. Искра, быстро. Келени, Макс. Все, стой, вот так, стой. Все, стой, сейчас опять ее заливаем, быстро опять. Потом этого бы я БР, или не встать. Искру сразу бы. Черную метку просто вынесли, Макс. Может даже тучу пока не сказать. Все, стоим, дамажим босса. И сейчас прохил. Да, что ты съебался, нахуй? Я транкилку вспомнил. Это последняя скра была. Да, все, сейчас будет тупо черный, не будет этих. Просто черный метод он исчезнет. Поднимай арта. Сейчас подниму. Ну и что, в 2 хила не прохиливается? Ну я просто массакру даже дал. Даже шаман не помогал. Массакра вообще решает. У нас там было 2 макса. ДЦ тут прям пиздато, походу. Да. Игру ДЦ делал. Сейчас прохилывает. Ноль урона, блядь. Иннер. Надо? Ну, может, не надо. За боссом не идите. Хотя бы. Нет.
А, ускоряться. 5 минут еще до Берса. Ебать, блять. Можно его просто баранку. Что? Зачитаем дырку по урону по сердцу. Топ-1 Лоя, Женек, потом Чеченец. Мораль что-то вообще подсдал. Блин, мораль дамажил сердце почти как приз. Я ожидал, что уже переводим. Я не был готов. Я думал, мы стопнем, как бы, а тут сразу начали переводить, и меня тут. Я понял. Сука, не работает эта хуйня на бирже. Я тоже поздно заехал, я думал, будем стопнем. На гаргу сразу не было этой энергии туда-сюда и, короче, долго все. Я сладку давал в сердце. Выходи, Женек. Ну, зеленку. Нет. Просто получается фулл рейд почитание, и он, короче, ну, первые три тика в обзор походит просто. И он заканчивает каст, когда у рейда там 70%, короче. Ну, эти кулаки раскаты, ебаны. Да. То есть фулл рейд зачитовал, он три раза топнул, ну, это только три раза, чтобы щит снять. А заканчивает он каст, когда там 60-70% у рейда. Ну, то есть, ну, имба. Сейчас я не раскидал. КГ. Умечно. Умечно. Умай. Умай, гад. Умеч надо. Меч. Меч. Бля, я нажал, но я отдам. А чё, на мага будет что-нибудь, не? Нахуй. А шея это нужна кому-нибудь или нет? Это палец. А, палец. Да, минус Женьку. Забирать, я себе запад возьму. Крутой палец, кстати. И запад тоже прикольный, ну, да. Декарат. Бля, охуенно, я себе сейчас... Не, я попозже. Женек, ты запад, наверное, берет тоже. Бля, меч такой, сука, я не знаю, он, блядь. Он бис. Не, он, все короче... есть, короче, бис. В этом... ИК, там, короче, эти, как они, скажи мне... Тоже типа интенданты стоят. У них там такой меч продается у орды, типа. Че, куда тэпать? Ну, в вестибюле, в нижнюю, да, то есть. А почему мы пропустили этих боссов? Каких? А это без хэ-модов, мы их потом убьем. Они легкие. Я так понял, меч ушел, да. Кому меч ушел? Женьку ушел. Женьку он во фресте, нахуй я ему меч. Женек, а дай морали меч. Да. Пойдем ты так. Пуляйте, трэш. Пойдем. А чё вы не забрали кольчугу, блядь, я не могу босса разобрать. Какую, бля, ну давай по спеку реально, Женёк, ну чтобы честно было. Конечно, ты это... Кисти рук кольчужные не забрали. Не, Женёк, давай, да. Или Жёл, никому рэпер? Не нужны. Кисти рук кольчужные? Ну этому дай, это, блядь, шаман кольчужный. Ну в боссе лежат. Арт, иди забери. Кстати, я бы не сказал, что у нас хуёво ДПС, мне кажется, можно попробовать и в хэйме бить Хадира, и Фрей можно бить попробовать в хэйме. Тем более Фрейм меч падает бисом, она просто надо сразу убивать его. На Хадира тем более один танк. Ну давайте по времени посмотрим, если будет время нормально, мы, ну, конечно, тренем. Я забрал перчик, кому отдать? Поэтому отдай. Да прям сейчас сразу и пойдем ебать на Хадира. После этого. А ну, этих убьем, когда закроем хранителей. Игнис и Острокрыл. Значит, трая должна быть меньше. Мы в прошлой трая долго сидели, потому что у нас, блядь, хилы балбесы были, получается. Сейчас это хотя бы... такая есть вообще его. Сейчас хотя бы с хилом, ну, проблем не будет. У нас первый статик ходит хуже, чем мы сейчас идем. Да, мы сидели, мы вот сюда только дошли, ебать, на часа через полтора, ебать. Ну, мы через час, наверное.
Да, но вы мне Мирона убили. Да мы ее сейчас убьем, он вообще легкий. Правда, нас там тела уводил, ебать, а я так и не понял, как типа двигаться. Там можно было одного осадить. Бля, вот эти вопросики, конечно, в гильчатике, я вот бывает порой с них просто падаю. Ну не все же сразу умными бывают. Это опыт. Не, ну честно, когда я начинал играть, мне было лет, наверное, 10-11. Ну вот там представь, как будто уже 10-11. Ну вряд ли. Сомневаюсь. Я еще не дошел до такой стадии, чтобы меня кто-то там мыкал или блять. Я стараюсь всем помогать. Да нет. Ну, типа, блять, я и не помогаю, как бы самое. Ну, не осуждаю никого. Он не знает или знает. Так редко меня прям в ПМ спрашивают, нахуй. Чё, может, отвечу. Так, жажда есть. Так, по-моему, жажда крови играть это тоже, нет? Просто у него, походу, сначала был героизм, а потом он меняется этот скилл, как понял. На жажду крови. Не, да, у Аликов один, у Орды другой. Да. Ну а как у него поменялось его? Может, он с Альянса перевёл? Ну, сомневаюсь, что 70 ну... на 70-м уровне перевёл. Сосалики, блядь. Встаньте под жопу боссу. Арчи, ты здесь? Ну конечно, я сейчас смотрю. Ну ты видел? Ну как ты, блядь, в два хила прокируется или нет? Да я понял, ну реально ДЦ как бы, блядь, гимн это все, как бы, блядь. Ну вот я смотрю топа, да, он делает, ну видать люди под читами, там проходит секунды две, и только ХП начинает уходить после 2-3 секунд, ну вот как он там потопал, и только начинает ХП уходить. Ну, блядь, ну реально, как бы, походу очень пофиг здесь. Ну да. ДЦ всегда прощает. Сколько прилетает от опыта? Если кому-то прилетает 3 МК, кому-то 2 МК. Это от хп, по-моему, зависит. Может, процент, по-моему, где отношение. Здесь мне прям нужно будет, наверное, иннер нахуй. Вот после 70% маны я прям сразу же закину, чтобы он на КД ушел. Тут не в конце еще успел залезть. Ну давай макрос, у меня тебя есть. Потому что как я в прошлый раз, короче, был, там пизда, мана просто питала такой путь. Ты мораль отдал, да? Да. Умничка. Че, типа, сразу пойдешь за чариш, одеешь или что? Иди. Да, вока уже ж нет, я буду долго бегать. Ну пока так, не, идем так. А, да, вока нет, точно. Не, ну он там тебе нормально должен ДПС дать. Но сейчас все равно ему сейчас танчить придется, так что плохо. Это на Хадире ему надо потом будет слетать, наверное. Чтобы побольше ДПСика было. Как там наши пацанчики справляются? Да хуй знает. А, сейчас остокрыло, они остокрыло и бьют. А кто такой GL, Даниил? Не знаю. По-моему, это ДК с Этерналов. Охуенный, если не ошибаюсь. GL? Это да. Какой-то, он у нас же был в гильдии поначалу. Ну не поначалу. Это ДК, да?
Да, был ДК, его да. Денчик, это Денчик, друг какой-то, он его к нам привел, а потом тут куда-то ушел. Да-да-да, это Сетернова ДКшка, Фрост, там 10-15 или 16, я с ним видел его на Форбсе. А он такой шарящий. Они там вдвоем с друидом убивали этого мирового босса, который в запределе, блядь. Но когда шмотки чего? По ИП не забирают, оффается просто. Так, для справки вам. А так шарик. Офается? Офается, да. Заходит на твинка, идет в РЛК. Я с ним играл на циркуле. Обижается? Да не обижается, просто шмотодрочер. Рыб ставлю, кого кто-то умирал, да? Шаман, да. Просто бабу на тьму. Это Войт, возьмешь среднего маленького, я большого отведу. Может мне большого танчить? Я диспелю сам себя. Да, да. Пусть и диспелит сам себя. А ты маленьких марай. А, ой, на лас-фазе мы что делаем? Я ж не хант. Ну, так, Макс. Что делать? Я ж первый раз. Что делать? Надо убивать поочередно вот этих трех боссов. Начинаем с самого маленького, заканчиваем самым большим. Короче, там, смотри, вот, видишь. Макс. А, тебе будет говорить? Влетел нахуй. Чем тупо за... Так, Сань, заткнись, заткнись там. Завали свое ебало. Сейчас я расскажу, давай. Вот это рассказывай. Не, вот это хуйня, да? Аллергический удар, правильно? Это можешь не рассказывать, это я знаю. Не, я... Чтобы он диспелил, или ты сам? Диспелит танк, я ж протопал. Все, вопросов ноль, блядь. Хорошо, что дальше делать? Ты же ебалась. Я сначала коротышку, да, я так понял? Или... Коротышка средний большой. А видишь под боссом такая лужа, это руна? Да, синенькая. В ней стоишь, у тебя урон увеличивается. То есть ты постоянно бегаешь в ней. То есть, ну, вот ты, ну, то есть она появилась, все, забежал, понял? Понятно, вот. Мне ничего выносить не надо. Надо, тут нужно разбегаться. Тут, короче, когда мы убьем маленького, останется средний, короче. Мы бьем, я, ну, там, говорим разбежаться. Разбегаешься так примерно, ну, метров 10, между, чтобы вами было. И в рандомного чела летит каст такой лужи зеленой. Вот, ну, комната лужи, вы просто все выбегаете и все. Она примерно по 3000 тикает, примерно, эта лужа. То есть, и все. Потом обратно забегаете, то есть в руну, если она не в луже, и стоите дамажит. Это весь босс. Лоя. На рендже Лоя будет. Чё? Лоя тут? Да. Вот эту механику в курсе, вот когда убиваем первого, второй, вот когда бьем второго, тебе надо стоять дальше всех от рейда. Ну, от... Ну, как бы все стоят близко, короче, к нему. Чтоб меня лужа летела. Ты должен от нас от всех отойти. Да, и ты постоянно пиздишь щиты, чтобы тебя не пробило. Если он в тебя кастует, ну и у тебя нету щита, прожмешь глыбу. Все. Макс, у тебя Дин вынеси на панельку божественную? Ну, конечно. Ну все, тогда по команде сдашь. Все, поехали. Готовы. Первое, когда будет? На ласте. Макс, ты будешь как-то сам забирать и пытаться это. Я? Брустить. Ну да. А что, танки не будут? А чё, типа, ты заберешь, а типа босса мне, поймаешь мне, и дам зубы? Там мне скинуть нечем будет, блядь. Агро. Я сорву, блядь. Так перетаунтит, нет? Я сорву. Косты маленькому сбивайте. Не сорвёшь. Он же его сейчас уже танчит, он его сейчас агро наберёт там. Ну окей. Я тебе сальву кину. Веди к синей. Так, можешь уже энергию не закидывать. Перезагрузка. Отошли от него. Просто отошли от него и все. У вас это поиск вас, конечно. Веди опять к синей. Женек не изменяет, это всем подсказать.
блядь, убейте его нахрен же. Вы что, кричите его? Что в ЗПС? Забудьте про то, что я говорил про Хадира и Батька. Че, мне уже на рейндж вставать? Я тогда не буду. Да, да, уже на рейндж отойди. Все, никто дальше лои не выходит. Примерно вот такую позиционку держим. Все, это рейндж набрали. Щит. Ахуй, он рандомно кидает. Нормально, нормально, нормально. Он как раз в мага кинул. Все, он в тебя кинул, я видел. Ага. Пал, пал, куда? Шо, орёшь, блядь, что ли? Пошел в руну, встал, ебать. Я Берни. Берни, срочно. Я гим даже, давайте. Поруфлил, да? Руну дамажит, зеленую руну дамажит. А, это Ренджу наберите, Ренджу, Ренджу, Ренджу. Ищите Ренджу наберите. Кто-то здесь спойлил, походу. Надо быстрее доливать. Если Инер откатится, дашь его по холи блоде. Сухой вообще. Зай гим, Макс, кидай. На ману только. Да ёб твою налёт, ты говори сразу, что на манну надо. Ну бля, ну я же тебе сказал, что паладин, блядь, сухой. Частицу обнови, частицу обнови. Ренжу, 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 ренжу. Ой, блядь, я зубы проебал, ты чё? Нормально. Вот он сейчас... Вот пал, стоял и дальше блядь. Просто, чем маг. Похуй, доигрываем, Саня, хиль, пиздец. Сейчас уже этого добьём. Женёк, чё так не можешь? Походу, вру не стоять. Макс, готовься. Да. Я забрал. Всё, перетаунчу. Захилить войда. Захилил. Да, мне Инер закидывает. А прям сейчас. Гера, Гера, а, все есть, вижу. Бля, ну из депос. Войда летит, конечно. Есть, да, флахами, бьет, бьет. Флахами, конечно, поднимает такое, если бы. На нахуй, бать. Все, ложимся. Я сорвал. Ну, блин. Вообще-то, вот без этой залупы, без всякой забирания вот этого бафа, убивается спокойно босс. Я не знаю, что вы ебетесь. Ну, два танка, я же говорю, два и два танка. А мы во сколько просто бьем? Будет, а мы во сколько бьем? Не, в смысле то, что танк забирает просто. Ну, я про то и говорю. Зачем тебе забирать? Ты срываешь агро. Ну, попробовали, типа. То есть, ну, это только хан просто может делать. Просто проблема в том, что он отхиливается. Если бы он не отхиливался, да, блядь, на 30%. Так нет, бля, у нас три сали, алло. Просто давайте по очереди их нахуй. Да, это бесполезно. Ну, да, я не дал. Мне кажется, все равно. Одно дело хант, который притвориться может, блядь. У меня еще молот есть. Ну я же говорю, это только хант, типа, может идеально сделать. Ханту хорошо, удобно это делать. А коту ты в миле стоишь, бьешь, пиздец, агро. Давай, короче, ты-то забирай. Да нихуя, это заебись тема, это 100% вариант. Три сальвы, бля, просто по очереди, знаете, он не сорвет агро никогда в жизни. Так она тикает по 2% в секунду. 2% в секунду, я генерю сколько? Я больше 2% в секунду генерю. Типа. Я бы не рисковал, блядь. Вот зачем вот всякую, да, залупу придумывать, когда убивается босс? Надо же убить, а не дрочить балыбу, как говорит Гавай, блядь. Да нет, нихуя. Балэбалу? Нихуя он... Нихуя он не убивается. Настя, слышите, 30 секунд человек быстро. Несмотря на наш ДПС, ебать, это же просто, блядь, не знаю, шутка. Блядь, хватает НДПС с головой. Ну, 3 ляма там, блядь, ты видел? Просто синдикату, вы одну хуйню объясните, что вот кто дальше всего от большого находится, тот ловит вот эту молнию, которую он шарит. И если синяя рунка в зелененькой рунке, не надо в нее бежать вставать. Ну да, тем более хилам она ничего не апает. Она, нет, когда остается он один, он также продолжает эту хуйню кидать, то есть? Или что? Да, по-моему. Нет, нет. По-моему, просто считать у меня уже не будет, нахуй мне ловить эту хуйню. Не, по-моему, он ее не кидает уже.
Посмотрим, сейчас будем добивать. Все способности остаются. С одним суперзарядом и с двумя. Ну как все, он же лужи не кидает. Зеленую. Зеленую, потому что средний кидает. Средний кидает синюю, с одним суперзарядом зеленую, а с двумя суперзарядами, когда он последний остается, кидает фиолетовую. Из нее мобы выходят, взрываются по 10 тысяч. Ребята, у нас 95-й серии оборота вышло. И у каждого моба так добавляется, за смерть каждого моба добавляется по одной, по одному суперзаряду. То есть две способности дополнительно у каждого может быть. Ясно. Ну, я не видел просто, чтобы на третье нашотало. Вот, на ну, если хант, должен, если хант по 250 тысяч бьет, конечно, там не увидишь, блядь, такого. Ну, если... я и в три хила убивал. Че, я готов. Ну, посмотрим, вроде кидал. Все готово. А, готов. Так, ну, все механику видели, в принципе, ну, то, что лужа там разбегаться. Так, отвели, отвели. Блять, я застанил его случайно. Что, что, далеко не отвели? Ну, ну, так получилось. Давай, наружу. Разгрузку ушли, ушли, ушли. Да. Я БР минут 4. Пал, в чем проблема? Ну это хуёво, типа. Ну Саня пусть потеет. Хули Саня, 4 минуты будет потеть, блядь. Да, 4 минуты. Это не просто хуёво, это залупа. Нет, тут походу хуй. Да давай, давай, давай. Я прохилю вроде. Да не, я может быть и похилил бы, но у меня мана просто улетает. Ну сейчас еще гимны сдадим, как бы. Че финда еще ездим. Давай. Не, в чем прикол, мне приходится хилить, это не что-то кидать. Давай, Саня, ты лучший, блядь. РНЖу наберите, РНЖу наберите. Блядь, что пугаешь так? Я гим... А, гимка ты? Наебало. Ну, лужа рандомно кидает. Ну да. Не, ну он рандомно выбирает. Ну, рандомно, потому что он в меня вкинул. Ну да. Или умили. Там Оле можешь помочь цепухой. Это РНЖу, РНЖу наберите. Лучше выжить, чем сдохнуть. Не-не-не. Да, мне мана потихонечку кончается. Ну, можно вроде в руну стоять. Это РНЖу наберите. А пока все фуловые, я косы ноги. РНЖу наберите. Только у меня не бегите. А, все. Да, я там где нажми. А где, где ты? Понял. Лой, лой, подойди к гимну, подойди. Добивайте босса. Щит, 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 сбейте. Я понял. Добить, 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 быстрее, до каста. Все, хорошо.
Я без маны, если что, давай, Иннер. Иннер, на, лови. И Ким на ману, если есть. Хильд. Подойдешь? Ой, прожми. Ой, прожми. Да, подведи подруну. Все. Все. Только верни. Прожимка закончится, я заберу. Тим, нажми Ким на хп. Я уже все прожимал. Че, пала ресня, типа, и откатилась, не? 30 секунд. 35. Да, пока-то ничего. Я сухой, ребят. Драну, конечно, забрал 20 секунд. Нету, еще. Нету, нихуя. Ну, я видел, у тебя там хп уже почти не было. Походовая, да? Рано ты что-то у него забрал. Иди так. Автоатакой вели, побей, я хуй знает, блядь. Так он почти он чуть не умер только что. Сиди, жагай, да побей. Как? Не, он лупит начал ваншотами. Без второго хила тут нехуй делать. Я не знаю, зачем. Ну попытались, блядь, чем. Подрочились. Не, Сань, вообще красиво, блядь. Мана была бы, блядь. Классно. Не, оно все красиво, но там, ну, не хватает. Не, ну это понятно, что, блядь, сделать. А какие бы убили, блядь, какие бы? Пером, ну. Да ну, там такой дамаг, блядь. А там Пал умер от чего? От времени, то, что кончилось, это не про хило? Ну, когда кончается, дебаф. Когда кончается вот этот баф, который он заряд вешает, умираешь сразу. Не, я понимаю, но сейчас он от чего умер? От непрохила или от бафа? А, это перегрузка у маленького оставалась, он не отбежал. Нет, сейчас танк от чего умер. Я тебе и говорю, вешается дебаф на 45 секунд, увеличивается дамаг на 200%. И когда дебаф кончается, просто умираешь, ничего не спасает. Время-то у дебафа кончилось, или он умер сейчас от непрохила? У меня время кончилось. Ну все, я тебя это спрашиваю. И че, вот у нас ты говоришь, что мы убьем без вот этих свапов, типа. Вот кончилось сейчас время, он апнул свой урон и просто положил морали нахуй просто двух ударов, блин. Ну, положил потому меня, что потом... надо диспелить. Он я вешает... говорю, как мне тут... Там вешает энергетический удар, он 15 тысяч сразу пробивает. И за 3 секунды 45 тысяч еще дамаги. То есть он как только вешается, его сразу диспелить надо, иначе еще плюс 45 тысяч, по 15 тысяч в секунду. А, сейчас убьем. Вот первый заряд я зеленкой прожался, а мне ничего не накинулось, а во второй раз уже просто жился. А у тебя забрал, смотрел, у тебя там где-то 15% или 10% было хп. Я думаю, сейчас убьет и отхилится. Ну лучше с хэпалом, блядь, бить, чем без хэпала. Ну и ДПС, да, хуёвый. Саня, может, ты ДЦ будешь ходить, блядь, в статике, а? Ну да, вообще не знаю, чё он не ДЦ ходит. ДЦ от бога, да? Это ты про 25-ку сказал, да? Да не, когда Саня родился, сами леса Лордерона прошептали. Саня, ты будешь ДЦ! Все готово. Завязывайте, да. Или как там, подожди, там не так, там было, да. ДЦ. Вы, блядь, дамаж давайте нахуй. Урона, блядь, зира. Зиро. Сейчас поставь какую красивую, чтобы я прям, блядь, как ебало нам нахуй. Он охуел, блядь. Давай, пойдем. Давай, вот. Вот так подойди. О, подойди. Ой,
давай, Инруш. Щит со второго. Перегрузка. Ренджу наберите. От него убежали все. Блядь, ты заебал, реально, блядь. Я БР будет, я сейчас БР. Че он, это какой-то новенький или кто это? Че он не раздупляется? Бля, ну Рад же умер, надо что-то же было, блядь. Для как, себя это. Как будем вопрос-то решать, блядь? Может он не в Дисе, блядь, вы спросите, может он не в Дисе, нихуя. Он же в Дисе, да? Не, в Дисе он сидит. Да, в Дисе, я чекал. Ну так а чё это за... Рома его зовут, Синдикат. Может это другой какой-то Рома в Дисе. Чё, прикол, хилит-то он, блядь, нормально, а вот, блядь, что-то с тактиками, конечно, проблем. Да хули, я тоже могу стать и хилить, блядь, на одном месте, кнопкой одной, блядь. А Ренджу наберите. Ренджу. Щит. Хорошо. Бля, он сухой. Ёбаный рот. Сейчас ну, я... Где, бей, да пусть, блядь, бьёт, а то так. Ну пусть один пресс-фрим даст на ману. Я знаю. Щит. Ренджу наберите. Ренджу наберите. Стоим до талого, стоим. Ну. Щит, щит. И Ренджу наберите сейчас. 5 секунд. Все, набирайте. Стоим до талого. Бля. Саня, 8, бля, 8. Красиво. Все, убивайте быстро его, убивайте, сливайте и руну оставлять. И под руну, да? Под руны. Все, сливаем бой. А, есть гимн? На ману. Да, есть. Давай. Войд с кашкой надо забирать. Угу. Доталло, Войд, доталло прям. Это. Инерху холи в один заливай. У тебя зубы есть, если что? Да. Скажу когда. Ну, последующий каст, короче. Я залил холику. Холик, я тебе ману залил, может, оверхилю. Пускаешь, я просто по таргету клик. Давай. Да. Ну, смотри, сколько хп у босса, блядь. Все, мораль, иди забирай. Ты умираешь, да, ща? Да, я сейчас отбегаю. Умираю. Не, типа... ну, я могу, типа, успеваем добить, да? Ну, смотри, там 100 тысяч. Головой. 100 секунд, одна. Нет! А, сука, кусь, блядь! Сука. Да, там 500 тысяч всего отхилил. 50 тысяч, блядь, Алена. Каст. Ну сейчас мораль не проебить. Ну заебись. А чё случилось? 50 тысяч, блядь! Ну говорю, дисплей, значит диспелит надо, ну... Там надо за хит хороший. Ну там просто ему сложил за секунду. Там он расстояние просто его оверхилить тебе. Ну так это понятно, что надо. Каст просто, блин, с диспелит. Каз диспелить лучше ретрику, а не холипалу, который, блять, хилит по 20 тысяч светом небес. Ну ты представь. Не я пробовал, ничего там не диспелится, что вы, блядь. Не, ну я нажал, но только чуть-чуть поздновато. Надо я прям. Тоже как будто не диспелил. Видишь, Макс Зельбова штрахуй, типа, помогай тоже. Да хули там. Танка диспелит. Видишь, каст кастует вот этот энергетический удар, ты сразу спами на него диспел. Выбирай второй. Танка, да, короче. Танка, ну танк, который, куча, которого большого танчит танк, вот с него нужно эту хуйню диспелить. То есть видишь, каст постоит эту хуйню, сразу жми диспелить. В принципе, все.
Ёбаный по голове. Ну это не хил должен делать, это либо ретрик, либо кто-то шип это. Ну это сис должен делать. Да, потому что хил проебет вот эти 20 тысяч. Мне кажется, зубы надо оставлять под этот как раз таки, когда умираешь, а не вот под эту хуйню. Там ты вроде бы выживал. Сюда. Ну давай попробуем, давай. Давай я тогда не буду прожиматься, но только надо тоже хилить потно. Ну там есть ревностный. Да, я постою три коста, получается, а потом он заберет уже первую незыблемость. Смотри, вообще ты вообще не должен был сдохнуть никак. Смотри, вот кидается первый каст, ты просто отдаешь панцирь. Панцирь у тебя полностью предотвращает эффект. У тебя не вешается эта хуйня на 45 тысяч. Он вообще не вешается на тебя. На второй каст ты хуяришь незыблемость. И если ты БДК, на третий каст просто прожимаешь кровь вампира и пиздец. И тебя захиливают. Диспеля ты захилил. Да, только я все это прожал, но в итоге сдох. Я был под незыблемостью уже последний этот момент, и меня все равно пролетело нормально, такая самого дота. Ну что-то хуй знаем, давай посмотрим. Ему прилетело 19, не, 14, 19 ему прилетело. Да, блядь, не, не может быть. Может, ты не прожал что-то, я хуй знает. Под незыблемостью он так не может бить. Ну вот, смотри, вот он прожал кровь вампира. Через 9 секунд его убило. Вот он, кровь вампира, через 9 секунд. Не, так кровь вампира, это кровь вампира, а незыблемость. Я вижу информацию. Незыблемость вроде до этого прожал. Ну вот. Вот я и говорю, ну, что... Первый раз, смотри, первый каст идет, панцирь, он тебя вообще не вешается. Второй каст, незыблемость. Третий каст, кровь вампира, и говоришь, зубы там, всю хуйню. И все, блядь, он третий каст не кастанет в тебя, там 500 тысяч добьют. Поехали. Подожди, а кто большого танчит? Сначала Войд танчит, потом Марат. Войду объясните, что вот делать? Че Войду объяснить? Ну, блядь, Войду, синдикат тут, понял. Ты метку поставь на себя, блядь, пускай беги в квадрат, там, блядь, кричи такую хуйню. Когда говорят отбегаем, ты отбегаешь далеко от босса. От маленьких, больших, вот этих большого. Там АВЕшечка, она убивает. Не знаю, и ману как-нибудь береги, я не знаю. Как так высыхаешь просто, не понимаю. Ну что, не хосту забили. Да хз. Ну и не стой, да, на фрикасте. Танков подхиливай, рейд я подержу. Лейнер мне уже надо. Сейчас. Кас? Нет? Я стан ему успел дать. О, нет, что, блядь? Я прям перед этим дал касты на кюре. Получается, ты красавчик? Да, имба просто. Имба. Просто спас этого паладина, блядь. От неминуемой смерти, блядь? Как же нужно тайминг поймать, чтобы он мог дать так план? Ну я где-то, да, плюс-минус, но что уже третий раз, или какой четвертый бил. То есть там по хп я ориентировался, дал. Мораль, прям будешь орать. Ренжу наберите. Забагался. Ну, в текстуру уже кинул. Да-да.
чит. Чтобы еще одну эту дал. Ай, блядь! А? Это мой косяк, сори. Где ты? Блядь, гимна нет нахуй. Смотрите, хильте сейчас. Хилим, хилим. Бля, хоть брать подняли. Боже, помнишь. Так, Владимир подсушился немножко, да? Чем он туда? А ты ванхолики, что ли? Полуанхолик, полублот. Хуёво. Офигенно. Забирай. Жди каст первый и панцирь. Панцирь. Видишь, вообще не вешается. И хильте его на фул прям. Он же с автоатаки убьет его. Че с него диспелить? Там, блядь, нечего диспелить, ебаный стыд. Я и говорю, панцирь он предотвращает, понимаешь? Предотвращает. Вот сейчас не зыбка. Вот, заебись. Чё-то хп дохуя у него. Он нам лям откинулся нормально? Меня ну, шотнул. Он, видишь, эту молнию кидает он. Вот, хотели, доказали. Каст. Ну и там панцирь откатится у тебя. Ещё панцирь ебанёшь, думаю, добьёте. Ой, а манатарин... Дай гимна манатарин. Да, да, я тебе дал игнор, блядь, не сына. Я сейчас сдохну скоро. 9 секунд. Все, залупа. Понятно. Seven shot. Значит, ну, он блядь. Эту хуйню кидает, и поэтому дальше нужно стоять хуй знает кому. Такая вот хуйня. Да, убивается он без этого. Ну, Лоя, если бы не сдох, было бы заебись. Но у меня ни глыбы, ничего не было, я не мог. Фейкнуть эту. Типа тебе каст нечем был заявить. А ты глыбу слил на эту хуйню, да? А если ты... типа ты видишь то, что она летит, ты жмешь инвиз и блинк далеко. Понял? Не, она ой. Успеет долететь, он же без таланта, мгновенно. А он же кастует, а она потом только влетает. А если я копию отдам? Не, Женек, тут просто видишь, мы убивали возможно. Как? У нас был хант, который, то есть не танк под бафом был, а ДДшник. Там урона много очень было, просто он быстро убивался. Сейчас этого нету. Женек намекает, что ДПС залупа, блядь. 3К просто. Да ща убьем. Убьем. Маги. Копии они не сбивают агро, они типа. Давай попробуем, пусть, блядь, возьмет, ну, сагрит Саня и бабл нажмет. Так он же по-любому убьет его. В смысле, там что? Даже, по-моему, сквозь бабл не эта хуйня убьет, нет? Нет. Так-то ну, бабл уже агро сбрасывает. Я сагрю и нажму бабл. Давайте так. Ну это же настолько изи ебать, ну, бывайте, что... Давайте. Просто кто на ранже просто меняются, у кого есть прожимка типа льда. Типа у меня есть, у меня нету. Кто есть, тот вышел. Я не знаю, ты на себя магический доспех повешай, щиток юзай, то есть, ну... Отмарай. Погоди. У него, во-первых, он не под саппротом, во-первых. Выпей саппрот, во-первых. Ну, да, у меня есть. Вообще, этот... Почему ты ванхолик? Лучше тут этот, кто он? Влад всегда будет. Нет. Из-за вот этого таланта Влад ветка лучше всех веток. До Т5. Знаешь про этот талант? Я знаю.
Два РЧ, угу. Поехали. Сейчас, короче, по красоте все будет, пацаны. Давай. Сейчас все приму на себя, ебать. Поехали. Забери. Убили до касты? Что? А это как-то как? Я опять стану попал. Хотя он вроде сейчас не заанонсил, что это. Угу. В тот раз я стан дал, и он заанонсил, что сейчас перегрузка, типа, он стан. А, Индр, давай ты что-то. Проебал? Ну я не смотрю. Проебался. Это ранжу наберите, ранжу. Блядь, ты где? Я живу, я ранжу. Блядь. Паладин опять подсушился, конечно, нормально так. Чит. Расшифруйте вот это, пожалуйста. Ты че, ты не слышишь, что он говорит? Так ты я без звука играю. Читай, бля. У них топ обоих раз. Че это? Нам оранжу не надо, но... Так похуй, стоит вообще в лужу прохилим, блядь. В самом деле, да, это все прохиливается почти. Если женек только еще будет сам себя сейвить, будет вообще четко. Подождите, просто руну кинет. Все, убивайте да, его. Да, кинул. Уводи большого. Да. Ты... Ну ты, конечно, это. Короче, все слакеры, блядь. Там руна, кстати. Вот, дайте ману. Мне нужна сальва еще, наверное. Так ты не получил баф сальвой, можно. Баф так на ДКМ. В смысле, блядь? Я, блядь, под бафом, стрикл большой. Под бафом ДК? А, ты, да, сори, это он. Саня, блядь. Да у меня почему-то, блядь, он стал, у него ник стал красный почему-то. Там, не забывай, баф кончится, все ваншотнутся. Сейчас поменьше дамага. Может добьете. У него ХП. Резу как могу, блядь. А все добили, если никто не умрет сейчас.
Я могу тебе взять. Да. Бедся, бедся. Ху-ля-ля! Сверки. Опа, ткань посыпалась. Макс, ебать, Саня. Дома тоже. Побежал кое-что сделать, идите нахуй. А, ну кожу я... А, бля, у меня уже на ханте квест. Все на дух. А где вот, диск кстати. С него? А где диск? Диск вот, есть. Дальше просто закрыв предыдущее. Кто диск ролит? А у меня нет диска. А сферу все ролят? А, у меня есть диск, я же... Да, у меня есть диск. Сферы Саньку, Санек сам заберет ГБ. Че мне можно на Файера пролить? О, понимаю. Мне на Файера, ну, запы, наверное, и все так. Саня, кольцо можешь этому дать. Это аквадискотека. Пойдемте этого моба убьем, ход этот священный найдем. О, сюда лута. А чё лежите?